Танец – это не выражение жизни. Танец – это сама жизнь. Приближается мегамасштабное событие. Москва. Концертный зал «Москвич». 29 апреля. Международный день танца. Крупнейшая в мире Академия армянского танца имени Оганеса Гаспаряна представляет. Всемирный фестиваль «Премия танца. Хрустальный гранат». Лучшие ансамбли армянского танца Москвы и не только. Представят высокое искусство на одной сцене. Специальные гости – звезды эстрады Геворг Селиканян и Арпи. Трио ведущих – Варуев Тадевосян, Тамара Аганесян и Нона Газуян. Автор проекта – Ишхан Гаспарян. «Хрустальный гранат-2020». Арена для избранных.